Государственную услугу выдачи архивных справок оказывают сами Центр обслуживания населения, а также государственные архивы, и можно получить также эту услугу через веб-портал. Государственная услуга архивной справки оказывается бесплатно. Есть срок изготовления этой архивной справки 15 календарных дней. Если был ранее утерян документ в течение 5 лет, допустим, назад, и требуется изучить документацию, то уже услуга эта пролонгируется до месяца.